Здравствуйте. Ближайшие 10 минут – это наше время. Новости образовательного мира. О них вам расскажут мои коллеги. Я Ирина Федорова. Тема реформирования педагогического образования в стране сегодня одна из главных. Теперь она затронула и процесс мониторинга вузов. Одним из нововведений станет выделение педагогических вузов в отдельную группу со своими признаками эффективности. Решение об изменениях будет принято в феврале на заседании Межведомственной комиссии по мониторингу вузов. Дело в том, что мониторинг 2013 года показал неспособность педагогических вузов соревноваться в показателях с крупными федеральными экономическими, техническими или другими укрупненными вузами широкой направленности. Критерии к мониторингу будут меняться, и у МВК есть ряд предложений, которые мы обсудим во время заседания, пояснил газете «Известия» заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов.